заело. Я только недавно приобрел эту лодку. Экспериментальная модель. Тут, я смотрю, мы как-то странно едем. Да, вы правы, задом наперед. Но, может быть, вам это неприятно. Важно не как едешь, а с кем едешь. Да. Совсем крохотный, а на самом деле как миноносец или крейсер. Ну что вы, яхта как яхта, у нас таких три. Три? Да, мамина стоит в Саутхэмптоне, а папина сейчас в Венесуэле. Там прокладывают новый нефтепровод. А мой отец вложил капитал в железную дорогу Балтимор Огайо. А где левый борт, а где штирборд? Это зависит от того, с какой стороны вы смотрите. Как правило, карман находится с одной стороны. А нос с другой стороны, а между ними мостик, чтобы переходить. Не угодно ли бокал шампанского? С наслаждением. Куда идти? О, тут, оказывается, есть и нижний этаж. Да, как забавно, не правда ли? Здесь масса укромных уголков. Это моя гардеробная. Дайте-ка сообразите, где мне сегодня должны были сервировать ужин? Вон там. Ну, конечно, дьявольская рассеянность. По четвергам я всегда ужинаю в маленьком салоне. Ох, какое очарование. У вас бездна вкуса. Для холостяка сойдет. Ох, какая огромная рыба. Я ее поймал своими руками. А как она называется? Не помню, что-то из семейства селедочных. Это селедка? Как же умудряется засовывать таких огромных рыб в такие крошечные коробочки? Они в маринаде сжимаются. Шампанского. С большим удовольствием. Ну, бросили в топку, как говорят моряки. И в дальнее плавание. Сколько здесь серебра? Это мои призы. Ну, знаете, гоночные гребли, водное поло, конное поло. Конное поло? Это, говорят, очень опасно. О, да, однажды я умудрился загнать двух жеребцов. И вам их не жалко? Очень. Я вожу даже с собой их портреты. Не знаю, куда они задевались. По четвергам я ужасно рассеянный. А почему не в другие дни? В четверг я отпускаю команду. Кроме нас с вами тут больше никого нет? Ни души. Мне еще никогда не доводилось быть наедине с мужчиной в такой поздний час и посреди океана. Я вам гарантирую полную безопасность. Яхта пришвартована крепко-накрепко. И я приказал, чтобы мне позвонили, если обнаружат айсберги. Дело вовсе не в айсбергах. Просто редкие мужчины не воспользуются такой ситуацией. Вы мне льстите. И я не о вас, вы джентльмен. Ну, джентльмены тоже люди, но что касается меня, я вне игры. Вне игры? А что это значит? Мне трудно объяснить, но, по-моему, я к женщинам равнодушен. Серьезно? Они меня как-то не греют, а наоборот. Замораживают? Да, вероятно. У меня что-то с психикой. Понимаете, обнимаю девушку и ничего не чувствую. А вы пробовали? Разумеется, этим только и занимаюсь. Видите, ничего. Неужели ничего? Никакого волнения. Мне безумно неприятно. Тут абсолютно ни при чем. Просто иной раз мать природа ни с того ни с сего подкладывает человеку свинью. Что-то в тебе вдруг разлаживается. И вы уже никогда не сможете влюбиться? Совершенно исключено. Я был влюблен, но это слишком печальная история. Можно вам предложить кусочек фазана? А что же случилось? Я боюсь вам наскучить. Ну что вы, как можно? Видите ли, я учился на первом курсе в Принстоне. Там была одна девушка, ее звали Нелли. Ее отец был вице-президент автомобильной компании. Она тоже носила очки. В то лето мы проводили каникулы на Большом каньоне. Мы стояли на высоком утесе, любовались закатами, и вдруг возникло стремление поцеловаться. Я снял очки, она тоже сняла очки. Я шагнул к ней, она шагнула ко мне. Боже мой! Да. 8 часов спустя ее подняли снизу на муле. Я ей сделал 3 переливания крови. У нас та же группа. Но было слишком поздно.
Какая грустная история. В столь поры здесь что-то занемело. Увы, будто мне в сердце вкололи новокаин. Бедняжка, бедный мальчик. Такая куча денег, от толку никакого. Хотите клюквенного морса? Разве я могу думать о еде в такую ночь? А мне ничего другого не остается. Но это излечимо. Папа и мама сделали все, что могли. Они нанимали самых красивых французских горничных. У меня был наставник, который специально читал мне запрещенные в Бостоне книги. Приглашали целые труппы танцовщиц из Индонезии с длинными ногтями и браслетами на ногах. Напрасные траты денег. С американками вы целовались? А что? Ну как, согрело? Нет, нисколько. Вы должны показаться хорошему врачу. Показывался? Специально ездил в Вену. Полгода провалялся в клинике профессора Фрейда. Перепробовал все виды лечения. Инъекции, гипноз, минеральные ванны. Не будь я таким трусом, я бы покончил с собой. Ох, не надо так говорить. Я не сомневаюсь, что вы встретите девушку, которая сумеет... Если бы я нашел такую девушку, я бы повел ее под венец в ту же секунду. Исполните мою просьбу. Смотря какую. Я не профессор Фрейд. Я не умею гипнотизировать, и браслетов у меня нет. Но, может, вы рискнете еще раз? Ну что ж, если вы настаиваете... А сейчас не теплее? Нет, моя дорогая. Ничего из этого не выйдет. Может быть, еще шампанского? Хорошо бы включить музыку. А как убавить свет? Я чрезвычайно вам благодарен за то, что вы хотите мне помочь, но это бесполезно. Выключатель с той стороны. А вон приемник. Ну, а это все равно, что вести с собой на концерт глухого. Вы в себя не верите. Не сопротивляйтесь. Расслабьтесь. Это все равно, что курить, не затягиваясь. Так затянитесь. Опять ведете. Простите. Ну? Я не совсем уверен. Может быть, попробуем еще раз? Знаете, такое ощущение, будто пальцы ног стали теплее, как будто кто-то подогревает на медленном огне. Тогда, может быть, прибавим огня?